Необычное утро ивановских полицейских. Подшефные из детского дома «Родничок» вместе с ребятами из детского сада номер 102 устроили для стражи порядка тематический флешмоб. В преддверии Дня Победы подготовили танцы под песни военных лет. В благодарность сотрудники МВД порадовали малышей показательными выступлениями. Спецназовцы из подразделения «Гром» продемонстрировали ребятам работу со служебными собаками, сцену задержания преступника, а также представили мобильную выставку оружия. Все желающие могли погладить хвост статых помощников, а также подержать в руках пистолеты и снайперские винтовки. Специалисты рассказали об отличиях огнестрельного оружия, в каких случаях оно применяется. Юные гости остались довольны и получили полезные знания о работе полиции.